очень рады объявить о начале сотрудничества с Национальным фондом. Фондом «Ты не один». Между фондом и «Локомотивом» подписан договор, в котором определены рамки этого сотрудничества. Сейчас мы начинаем с того, что мы проводим с коллегами товарищескую игру между одним из возрастов наших академий и командой из ребят, воспитанников фонда. Вот. И в дальнейшем, думаю, такие встречи будем повторять. И плюс мы будем смотреть на ребят с точки зрения продолжения их образования футбольного в рамках нашей академии. Мы команда от фонда «Ты не один». Мы представляем тут разные детские дома, учреждения. Приехали показать себя, проявить, узнать что-то новое, показать. Вот, надеюсь, это получится. Вот сегодня вам предстоит матч против Академии «Локомотива». Чего ждете от этого матча? Ну, я думаю, что будет хорошая игра. Ну, и наша команда побьется с «Локомотивом» на равных. Я надеюсь на это.